Ребят, всем привет! Сегодня офигенный июльский денек. Сегодня первое число. Прикиньте, совпало с голосованием за Конституцию. Сегодня я опять на БСМП. Сегодня я познакомился с еще одним пилотом. Он приехал к нам из Москвы. Его зовут Макс. В данный момент он летает и не может ничего сказать. Но пусть летает. Смотрите видос. Погнали! Макс летает на квадрике, вот в таком, на внешний вид вроде бы напоминает ZMR-250, да, но нет. Ну, на самом деле, что здесь есть? Это китайская копия рамки CAF-R из воздушного хобби. Моторчики дешевые XING-2306 2400-500. Конечно же, 4S, судя по КВ. Недавно бахнул рамку, склеил стеклотканью. Камера Cadex Rattle. В главном стеке стоит Mamba F7-22S, которая 50 ампер, 4 в одном. Задняя антенка Lollipop. Немножко распечатанных деталей, а конкретно деталь, ну, держалка камеры, держалка... Не, курсовой камеры, короче, и, соответственно, держалка самого Lollipop. Видеопередатчик TX805 от Ичана. В принципе, доволен. Хоть там и заявлено 600 мВт, и по обзорам 400 мВт, картинка получается довольно чистая. В будущем собираюсь, во-первых, уменьшить высоту этих стоек до 25 мм вместо 35 мм, и у знакомого уменьшить длину самого автобуса, то есть что сверху, что снизу. Полет этого квадрика вы заценили. Летает Макс на шлеме, который я сам покупал, но он мне не дошел по предпродаже, потому что у них там были какие-то проблемы на Алике, какое-то мерцание, потом мне вернули деньги, а потом этого шлема не было, потом я уже взял другой шлем. В общем, это EV800DM. Все мы знаем, что это такое. Есть обзоры, конечно же, он впервые у меня в руках. Я посмотрел, ну, летать можно, мне он понравился картинкой своей. Конечно, экранчик меньше, чем у EV800D. Но у него есть интересное решение в виде выдвижной линзы Френеля. Там Френеля стоит. Тоже Diversity. Ну вот такая модель. А аппаратурку вы уже видели. Это Jumper T16. С модулем расширения, который он снял. Модуль расширения — это R9M. Мы уже просто собираемся. А на сегодня пока это все. В следующий раз я вам расскажу историю, которая, может быть, не закончилась. Она связана все с тем же человеком, который меня кинул. Ссылка на историю будет в описании к этому видео. Это, можно сказать, даже первая часть. Может быть, история не закончена, но произошли некоторые события, о которых я поведаю в следующем видео. А всем летать безопасно, не крашиться. Всем до новых видео. Пока!